Здравствуйте, друзья Садового Экспресса. Мое видео для тех, кто первый год занимается хостами. Посмотрите, здесь стоял прекрасный куст кросса Ригл. Большая хоста, высокая была. И вот все, что от нее осталось зимой, поздней осенью. Вот в таком состоянии она у вас будет находиться, если вы ее не вырежете и не уберете. Я вот уже все вырезала. И вот этот комочек листьев сухих, черешков, надо вынести с участка и сжечь его. А вот это вот то, что от нее осталось. Видите, чуть-чуть можно. Можно оставить несколько штучек для того, чтобы вы ее не потеряли весной. Если у вас есть хороший компост, присыпьте компостом. Если нет компоста, то можно присыпать хвойным опадом. А если нет хвойного опада, то просто чуть-чуть подокучьте. И так отправляйте хосту зимовать. Не советую листья, замерзшие, выгнившие листья и черешки хосты оставлять, выносите все. А вот посмотрите, рядышком стоит кустик примулы. А вот примулу на зиму можно оставить. Она прекрасно себя чувствует и укрывает корни. А хоста хорошо зимует без всякого вот такого вот укрытия из гнилых листьев. Так что вычищайте участок, весной все будет у вас хорошо, и выйдут молодые черешки с листьями хосты. Спасибо!